рады приветствовать вас в нашем учебном заведении. И, конечно, каждому из вас мы желаем победы. Победы в конкурсе, победы в преодолении трудностей, победы в себе. И думаем, что сегодня в эту победу все заслужите. Сегодня в нашем многопрофильном колледже проходит второй районный конкурс по профессионально-трудовому обучению «Столярное дело» среди школьников города Великий Устюг и Великоустюгского района. Принимают участие у нас ребята из 4-й, 2-й школы, из гимназии Морозовской, Галузинской школы и 11-й школы. Ребята все пришли подготовленные, так как они являются уже победителями в своих школах. Но мы им желаем, всем участникам, удачи и победы. Я являюсь победителем этого конкурса «Столярное дело».